А как парашют-то открыть? Ау! Ах, хорош! Хорош! Да, это Кронос! Лежать, ёпта. Ага, изи. Всем привет, братья и сестры! Здорово, отец! На связи Отец Евген. Добро пожаловать на новый охренительный видеоролик по Free Fire. Сегодня у нас будет очень необычный видосик, и я уверен, он вам безумно понравится. Сильное заявление. Дело в том, что ко мне в руки попала бета-версия игры Free Fire, которая выйдет в 2024 году. Что? Да, в 2024, я не ошибся. То есть эта версия выходит через 3 года. На всех мобильных устройствах. И прямо сейчас мы с вами в нее поиграем. Я поставил ее на Bluestacks, потому что для мобильных устройств она еще не адаптирована. Игра находится в разработке. Давайте на весь экран сделаем. Но в 2024 году она выйдет. Давайте сейчас вместе в нее зайдем, сделаем, так скажем, бета-тест. Ни у одного ютубера этой игры еще нет, она есть только у меня, у отца Евгена. Поэтому по-братски влепите мне лайкосик и давайте зайдем в игрушку. Запускаем. Ни у кого нет доступа к этой версии игры, только у меня. Из-за того, что делаю охренительные разоблачения, мне разработчики дали ключ. А что, так можно было, что ли? Ну, это, я так понимаю, лобби вот такое нас встречает. Ну, хз. Сейчас посмотрим в катке, как это будет. Что творится вообще? Что за выходали? Это реально очень кайфово выглядит. А где звук? Почему нет звуков выстрелов? Окей. Бермуды. Ага. 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 А как парашют-то открыть? Ау! О. Так, давай вот туда вот на заправку вот эту вот. Или что это такое? У меня там схрон на карте показывает. Не, ну графика прям топово. Прям охренительно это выглядит все. Мне очень нравится. Так, калаш. Заебись. Так, у меня... А, у меня скин дракон! Ну, передвигается, если честно, персонаж очень медленно. Так, домик, домик, давай заутаем. Так, шаги, тихо. Бля! Сука, напугал! Смотри, как грена. Лови, сука. Ах, хорош! Я его убил или нет? Нет! Хорош. Второй килл. Ну, блядь, мне кажется, это боты какие-то играют. Они, если честно... Ну, такие себе. Питомец, смотрите, как питомец выглядит. Охренительно. Блин, очень прикольно на самом деле сделано. Очень качественно. Но питомец передвигается очень медленно. Clock Towers, зацените просто, насколько это реально клево все сделано. Так, тихо, 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 сука. Тихо. Блядь, стенку поставил. Выходи. Ага, ага. Хорош. Залутаем сейчас его. Блин, очень клево сделано. Мне прям очень нравится. Но это небо и земля, конечно. Я не знаю, как это будет на мобилке играться, но с ПК охуительно. По-другому реально не назвать. Извините за маты, конечно. Так, кто-то есть. Тихо, 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 тихо. Еще один. Сосед. Тихо. Тихо. Ага. Хорош. Пятый килл. А так я его убью? Хуй убью, надо в прицеле. Сейчас обойдем. Да реально боты какие-то играют, мне кажется. Первая катка, мне кажется, это боты. Так, тихо. Ага, изи. Залутаемся сейчас. Блин, друзья, напишите в комментах, что думаете, как вам. Мне очень нравится. Графоний прям космос. Это прям реально очень круто. Когда это выйдет на мобилках, я хочу это затестировать на мобилках. Блять, я косой. Я косой. Че, еще жив, что ли? Вот так вот. Лежать, сука. Но мне кажется, тут iPhone 12 минимум нужен будет, чтобы такой графоний потянуть на мобиле. Блядь, питомец, конечно. Тихо. Блядь, выходи. Блядь, охуенный скин у него. Видели? Видели, какой скин? Хип-хоп. Блядь, это мой самый любимый сет. Хорош. Жив уж? Че? Я же в кэтку дал. Ты же бессмертный? Ау! В смысле? Лежать, ёпта. Это реально уровень какого-то, я не знаю, компьютерного пабга. Вот это вот, ребят, чтобы вы понимали, это будет на мобильных устройствах. Это просто жесть. Между собой фигачится. Сейчас подсосу килл. Ага, 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 ага. Ага, ага. Хорош. А, он труп уже. Да, он его убил. Просто охренительно. Я даже вот серьезно не знаю, как это комментировать, но это реально охрененно выглядит. Так, там стенка, смотри, стоит. Есть кто-нибудь или нет? Ага, есть. Вижу, по мне работает. Анимация со стенками хреново. Но это бета-версия, я думаю, дальше как-то поприкольнее это будет. Тихо, 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 тихо. Это Кронос, что ли? Да, это Кронос. Смотри, я его в ноги хуярю. Давай, давай. Это Кронос, смотри, это Кронос. Анимация у стен, когда вот их ставишь, она, конечно, ну как-то... А, это Авак? Еще заметил, что вот я нажимаю несколько раз, прыжок не сразу нажимается, нужно дважды нажать, чтобы он прыгнул. Это, конечно, тупо. Вот смотрите насчет стенки, смотрите. Раз. Он как будто, ну просто, даже анимации никакой нет. Так, тихо. Еще один. Хип-хоп. Охуительный сет, всегда это говорю. Мой самый любимый сет, вот второй пропуск, охрененно. Тут он, конечно, реализован... Тихо, тихо, тихо. Да куда ты стенку ставишь, долбоёб? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, блядь, не хуй, куст ёбаный. Иди сюда, блядь. Хорош. Сделано здесь, конечно, это... А, все? Это все? Серьезно? Так быстро? Ёбаный пиздобол! Какой стыд.